Победительницу конкурса «Краса Казани-2014», а также обладательница титулов «Мисс Азия Россия» и «Мисс Планета Россия» Алина Гараева стала участницей международного конкурса красоты «Мисс Глобал 2022». В подобных состязаниях девушка участвует с 17 лет и считает, что это отличный старт для развития личности, а также хорошая возможность завести приятные знакомства по всему миру. Конкурс «Мисс Глобал» будет проходить в несколько этапов. Первым этапом конкурса была видеовизитка и видеоконференция в онлайн-форме, где особое внимание обращали на коммуникативные навыки и также на владение английским языком. Ну и последующие этапы конкурса будут проходить уже в Индонезии, что включает в себя выход в национальном костюме, выход в вечерних платьях и выход в купальниках. Кстати, своим национальным нарядом я выбрала дизайнерский татарский национальный костюм от известного дизайнера Лейсян Хазиевой. Сейчас девушка совмещает подготовку к очному этапу с учебой в Казанском федеральном университете. Родные, близкие, одногруппники и преподаватели поддерживают ее во всех начинаниях. Заявку на конкурс Алина подала спонтанно, получив приглашение от организаторов. Она уверена, что поддержка и вера в себя – главный секрет победы. А человек, который вдохновляет, это, наверное, я сама. Я хочу быть отдельной индивидуальностью, я хочу развиваться в разных направлениях. И я просто делаю то, что мне на самом деле приносит удовольствие. Впереди сложный путь. Алина признается, что о нечестной конкуренции на конкурсах красоты она слышала не раз. К счастью, у нее не было подобного опыта. Среди конкурсанток обычно царит атмосфера взаимопонимания и взаимовыручки. Следующий этап конкурса состоится с 31 мая по 11 июня в Индонезии. В ноябре финалистки отправятся в Камбоджу, чтобы решить, кто же станет новым обладателем титула «Мисс Глобал». Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.